Мы прошлепали. Прошлепали. Все, мостика нету. Черговий прорив дамби цього разу в російському Алтайському краю. Прорвало чергову дамбу. Вода розмила дорогу, що з'єднувала дві частини одного села і повністю зруйнувала міст. Давайте відходіть назад, подальше. Зараз і сто. Ви відходіть, тут же провода теж ось це все йде. Упаде скоро. Інфраструктура по всій Росії продовжує розвалюватися на тлі гігантських витрат на війну. Але оскільки бивати українців важливіше, ніж лагодити, до прикладу, дамби, то ця розруха триватиме й далі. Тим часом російська госпропаганда визнала, що Росія серйозно відстає від України в галузі виробництва безпілотників. Я должен, к сожалению, сказать, что от украинцев мы в этом плане отстали. Они в 22-м году уже создали первый центр научно-производственный. Они создали систему, информационную систему подготовки, единую, стандартизации, сертификации, выделили соответствующее финансирование, создали отдельный род войск. Это единственная сейчас страна в мире, которая имеет силы беспилотных систем вооруженных сил Украины. Более 500 средних, не знаю, малых предприятий, во всяком случае предприятий, которые занимаются производством, ремонтом этой беспилотной авиации. То есть система создана. Нет ничего плохого учиться у врага, плохо не замечать тот опыт, который есть, и его не перенимать. Кстати, украинцы наладили отличное взаимодействие с Китаем. Поиск технологий, так сказать, испытания, приобретения, все у них есть. Стійте, як же так? Ви ж нам розповідали, що наша країна – це країна там 404, яка загрузла в злиднях, корупції, і ось-ось сама собою розпадеться. А тепер виходить, що це Росія відстає? Як же так вийшло? До речі, ось ці трильйонні бюджети на оборону. Вони на що пішли? Ось і в іншій студії визнають, що Путін прошльопав розробку безпілотників. І тепер Росія поступається Україні в галузі виробництва і застосування БПЛА. Ми прошльопали. Прошлепали. Вот этот резкий скачок и увеличение вариантов использования на фронте беспилотных средств, которые делаются на колени, которые делает коммерция, частные предприятия, которые могут мгновенно менять ТТХ, мгновенно отлаживать новое, и где есть обратная связь между заказчиком и производителем, короткая, быстрая, и контур управления двухзвенный, а не пяти-семизвенный. Пока генерал армии добро не дал, нет. А це ось зет-патріот Максим Калашніков. І він заявив, що окуповані території України після заморозки конфлікту стануть тягарем для Росії і повиснуть у неї на шиї важкою гирою, оскільки на їхнє відновлення потрібні величезні гроші, яких більше немає. Після заморозки війни отримаємо розвиваючийся тяжелый системный кризис. А новые территории превратятся из, собственно говоря, дополнительного локомотива развития, они превратятся, я так понимаю, просто в кандалы на ногах. Или как-то жернов на шее тонущего. Вот у меня такая... Потому что вот Переслегина слушал недавно, он говорит, ну, там затраты на выставление будут сравнимы с теми затратами, что понес Советский Союз на, так сказать, ліквідацію розробки після Великої Отечественної.
А в ефірі російського каналу НТВ раптово прозвучала правда про достіження російського правительства в галузі підвищення народжуваності. Люди, які у нас займаються демографією і рождаємостю, довели до такого состояння страну, которая мало того, что вымирает, более того, вот происходят вот такие случаи, мы сейчас это обсуждаем. Кто у нас эти люди, которые занимаются демографией и рождаемостью? Вот смотрите, у нас на проект, национальный проект «Демография» было потрачено 4,5 триллиона рублей, так, чтобы коэффициент рождаемости поднять с 1,6 до 1,7, на 1/10 к 2024 году за 6 лет. В итоге, Владимир Владимирович в интервью Дмитрию Киселеву это озвучил, в итоге коэффициент рождаемости упал с 1,31. То есть 4,5 триллиона потрачено на повышение рождаемости, а в итоге мы за 4,5 триллиона получили. А кто Андрей отвечает? У нас национальный проект «Демография». Уточню. Те и виноваты. І так у них у всьому. Адже бездарні, злодії, не здатні організувати нічого і прикривають війною власні провали. Утім, воюють вони приблизно так само, як і підвищують народжуваність. А що тим часом пропонує депутат Госдуми Гурольов? А ввести в Росії податок на бездітність. Я правильно вас услышав? Ви пропонуєте ввести налог на бездітність? Да? Не пропоную, я хотів би, щоб це було. Потому что, ну, не профильная тема для меня, наверное. Мы вообще начали, наверное, обычно с войны, а мы тут куда-то в ту сторону поехали. Не-не-не, мы в ту сторону. Я просто вспоминаю, как это было. Но я сегодня понимаю, что если мы ввести налог на бездетность, мы вполне это деньги тех, кто не хочет, я извиняюсь, иметь детей, да, пустить на тех детей, которые сегодня на что остались без родителей. Вы понимаете, что вас опять лупить будут сейчас за это? Конечно, будут. А как же, либералы первые, да, со свистом. Какая-нибудь кровавая барыня, вся остальная шелупой. Да мне фиолетово. Вот оно есть, как есть. Я вот там считаю, любой нормальный мужик, уж что от него, от мужика, в этой жизни остается? У тебя вот завтра перед ногами понесли, что осталось? Что? Первое имя и второе – дети. Все остальное вообще никому не интересно. Имя, которое ты при жизни заработал, насколько тебя помнить будут, и дети, которые продолжат тебя на этой земле. Вот это главное, наверное. Если ты настоящий мужик. Сложно с этим не согласиться. А це ось родичі зниклих безвісти окупантів з Буряті. І вони записали звернення до влади, в якому заявили, що в одній тільки цілій республіці зниклими безвісти значиться понад 300 військових злочинців. Вони скаржаться, що кремлівська влада ігнорує їхні прохання. Ніхто не займається пошуком зниклих. Уважаемый Владимир Владимирович, мы жители республіки Бурятия, родных военнослужащих, мобилизованных, добровольно заключившихся в контракт с Министерством обороны Российской Федерации, прикрепленных к войсковым частям 69-647, 46-108, 01-229, 95-483, 32-364, 54-694, 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Обращаемся к вам с просьбой взять на особый контроль сложившуюся ситуацию. Наши мужья, сыны, отцы, все присягали своей родине. И с самых первых дней начала специальной военной операции выполняли долг с честью и отвагой. Но сложилось так, что нами в разное время была получена информация о статусе наших родных, как без вести пропавших. В наших списках более 300 военнослужащих. И это еще не все. Судьба многих нам неизвестна. А дома ее ждут семьи. Команда войсковых частей не владеет информацией и рекомендует родственникам обращаться в суд для признания безвестно пропавшего бойца погибшим и не ждать его возвращения домой. Каждый из нас направил несколько десятков обращений для разъяснения какой-либо информации в различные инстанции, в военные коммерсанты, в воинские части, откуда были откомандированы военнослужащие. Воинскую часть, главную военную прокуратуру города Москвы, Министерство обороны, региональное отделение прокуратуры, Следственный комитет, уполномоченным по правам человека в Бурятии, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Саралееву, Международный комитет Красного Креста, Государственный фонд «Защитники Отечества», региональное отделение общероссийские, общественная организация «Комитет солдатских матерей России», «Единую партию России»,
ЛДПР, депутатом Народного Хвалдала Республики Бурятия, главе Республики Бурятия Цветенову Алексею Самбуевичу. Однако никто нам так и не помог в поисках наших родных. И не так... Очевидно, що майже всі ці окупанти загинули в Україні. І за що вони загинули в чужій далекій країні за тисячі кілометрів відомо. Сьогодні там взагалі ніхто не може пояснити. Друзі, на цьому все. Обов'язково напишіть ваш коментар, для мене це дуже важливо. І до наступного випуску.